Заходим. Как же мне нравится, как тут сделано. Это так ей хорошо. Так ее ветер хорошо обдувает. Ни в одной коляске, которые у меня были, штуки три, наверное, было, такого не было. Просто идеально по мне так. Просто классно. Все, мы прогуливаться. Может, в магазин зайду, еще к Вове там порешать вопросики по дому, поболтать. Ну и отдохнуть от детишек, а то с утра уже крики, вопли стоят. В общем, перезагрузка мне нужна. Все, малышка сдалась. Быстро очень. Поставила ее загорать на солнышко минут на 10-15. Потом уберу. Вова тут тоже занят весь в делах. Ну, на работе же, конечно. Это на канал. У него две работы на работе, да? Основная. И дополнительная. Которая, правда, еще не монетизируется, к сожалению. Две смены работы. Почему две? В три? Ты потом еще на участок едешь? А еще и приболел, он голоса нету. Так что вот так вот. Надо мне еще больничный платить. Кто тебя будет? Ты на больничный не Сам ушел. себе буду очкать. Ну, сам себе это хорошо. Вот, смотрите, как классно, красиво. У тебя вид тут классный, кстати. Ну, как классный? Ну, Не, ну людей так тут много. жарко, красиво. Ну, зелени много, люди ходят. Тоже прикольно. Вот мне нравится такое. Не то, что просто в офисе сидишь там в четырех стенах и из окна ничего не видно, или там небо просто. А тут прям оживленность такая. Да, классно. Ты как на природе, дверь открываешь и все. На природе Ну, я офис отдыхаешь. частенько, да. По солнышку, по глазам чуть-чуть. Да, шикарная работа. На самом деле. Удобно. Велосипед. Конь родной. Тебе удобно на нем уже ездить? Нормально? Не очень, да? Сиденье так себе. Но оно маленькое, мне кажется. Это ты обматывала его? Ну, он бэушный брал. Потому что велосипеды новые, они, конечно, стоят огромные деньги. Вот. О, уже кружи. Вовсю продают купательному сезону все. Блин, интересно, мы сможем на речку сходить с детворой, вернее, я. Тебя ж не будет в основном. Мне кажется, блин, это плохая затея. За ними следить придется. Ну, понятно, что вот именно что. Бегать надо. Ладно, посмотрим. Раз надо будет попробовать, только на такси, естественно. По-другому никак. Вот, ну ладно, разберемся. Это так, мысли вслух. Вот, силен цельный отрубль. Такой еще есть 17 Какой? рублей. Подожди, там сейчас Цельный набрали. псилен. Ой. Ой, зайка. Что, ты проснулась? Скажи, мама меня не катает. В общем, хотим бы тут заказать псилиум, чтобы нормально хлеб печь. А то, что я пеку, Вова, в принципе, ест, но и я могу. А детям не нравится вообще. Я хочу вот, ну, в общем, попробовать. Потому что те, кто не ест глютен, все используют псилиум, и это очень классный вариант. Хлеб получается похоже по структуре на пшеничный. Такой пористый, мягенький. Вот, и я хочу все-таки это сделать. Вроде засыпает еще. Ну, понятно, что от фирмы зависит цена тоже. Кстати, хочу отметить, что его хвалят вообще как полезное средство. Вон, почитайте. Вот, благодаря псилиуму хлеб можно печь даже из любых бобовых. И, в общем, будем пробовать. Очень-очень хочу. Уже давно хотела, но... Поначалу я цены находила очень дорогие, там что-то за килограмм 500 рублей сразу нашла, я даже не поняла, не знаю, либо что-то мне не то попалось, либо цены такие были, а сейчас уже нормальные, ну, в общем, нормально я не поискала, видимо, а оказывается, цены вполне доступны, вот, и будем заказывать. Сейчас закажем с ним, и через дней 5 придет.
Ку-ку, осторожно, моя зайка, осторожно. Все, мы приехали домой. Все. Андрюк, а вот так. Ты моя зайка. Блин, нам надо с лифта выходить, солнце мое. Давай, пока нас тут не зажало. Угу. В общем, ключей у меня нету. Сейчас будем вызванивать Аринке. Вчера дала ей, она мне так не вернула. Ну, вот так вот. Все, мы прибыли. Заказали мы псиллиум, будем ждать. Так что отлично. Еще нужно найти ваниль натуральную и семена конопли еще хочу. Сегодня, завтра буду искать, чтобы заказать, а потом все разом забрать. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Ну, все, она кушает. Пойдем кушать, готовим всем остальным. Что у нас сегодня будет? Опять пицца будет? Манго, смотрю, подъедает. Все-таки Артур распробовал манго, да? А не хотел даже пробовать. Вот так тяжело попробовать. Не хотят новое что-то пробовать. Так, Левуськина. Сейчас мы пойдем готовить еще. Вещи твои валяются убрать. Ладно, приготовим сейчас еду немножко, а потом уже выключать будем. И вот, и моя хорошая. Что случилось? Давай игрушечки посмотрим. Так, скучно тебе? Что же тебе дать такое? О! Ну и что? Интересно тебе? А у меня сегодня вот такое платьице. Хотя я его же не первый день ношу, но оно мне нравится. Очень свободно, знаете ли, и не жарко. Замочила эти инжир на несколько часов. Ну, очень люблю инжир, в принципе. И ест его только Тёма и я очень любим. Думаю, замочу-ка я, потому что иногда бывает такой твердоватый. Вот, немножко разбух прям. И такой мягенький стал, такой классный. Левуся ко мне пробирается. Вот. Реально мягенький стал. Буду так и делать. Но заодно помылся. Очень вкусно, очень сладко. Обожаем. Кстати, беру с собой в дорогу. Такой классный перекус. Ну, для нас Тёма, опять же, так у меня бананы, яблоки с собой. Такое берем. Ну и вода, конечно же. Оливочка изучает кухню. С помощью молотка. Ку-ку! Ку-ку! Оливия! Скажи, мама, мне с тобой неинтересно. Не мешай мне. Так, малышка, иди сюда. Так, пока у нас готовится пицца, Оливочке сегодня сделала картофельное пюрешка. Она у меня зеленую гречку так кушала на сливках. Теперь я сегодня хочу дать картофельную пюрешку тоже на сливках. И пожирнее делаю, потому что она не добирает веса. Давай, это мне, зайка. Ну, как тебе пюрешка картофельная? Нормально? Малышка. Подожди, 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 подожди. Сейчас я тебе дам ложку. Мягкую тебе в ручку. Держи. 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 Все, вроде бы понравилось. Все, пюрешечку поест. И сегодня вечером сварю я зеленую гречку, как обычно. Ей очень нравится гречка. Зеленая немножко меда я ложу, чуть-чуть солю и сливки добавляю. Вот, делаю посытнее. Ну как, вкусно тебе? Ну, вроде ест. Ну, хорошо. Вот, а вечером надо будет еще яблочко едать. Как тебе? Еще? Давай. Оливия. Засмотрелась на стиралку. Давай.
Ням-ням-ням. Боже мой, как вкусно. Вот и боже мой, как вкусно. Так, что там у нас? Мои грибочки готовы. Турашка, а с чем она? На сливку. Арина, не пробуй все ложки. Все ложки не пробуй. Арина, переверни, пожалуйста, мою эту лепешку. То мне неудобно. Вкусно? Курашка на сливку, сливка даже Арине понравилась. Да. Так, что-то стиралка наша. Слишком включена. А ты не спрашивай. Да, у нас есть классный нож для пиццы. О, да все, за раз-два полезно. Да? Супер. Так, малышка, давай открываем. У меня пицца грибная, а помидоры я на пицце не люблю. Для меня они в вареном таком состоянии очень невкусные. Поэтому я их себе на пиццу никогда не добавляю. Что? Конец, скажи. Все, закончилась стирка. Фух, пока эти пиццы приготовишь, столько времени пройдет. Все, сейчас докормлю Оливию. Дождусь свою пиццу, покушаем и будем... Пылесосить у нас сегодня по плану обязательно и кое-что перебрать. Выключаем мультики сейчас и будем, короче, как-то проводить время. А потом идем на улицу, как обычно, вечером. Часа на 2-3. Играться, веселиться, бегать, прыгать, обсыпаться песком, головой нырять в песок, как вчера Тёмка делал. Ну и вот так. Зато вчера заснули за минут 5, наверное. Все, моя пицца готова, оливка накормлена. Здесь грибы с луком жарены, с базиликом. Ну, сушеный у нас. Ну и сыр наверх. Без всяких помидор, кетчупа, я не люблю такое. Вот, и есть чем похрустеть. Потому что это молотый рис. Вот. Так что всем приятного аппетита. И мне тоже. Кстати, я очень люблю жареный лук. Но это... Я единственная в семье, кто любит вообще лук. Именно жареный. Кто еще любит так жареный лук, как я? Ну-ка, признавайтесь. Ты пришел молочка попить. Тёмка у нас съел шарики с молоком шоколадное. А теперь пришел молоко пить. Ты наелся. Все, классно вибрируешь. Щеки у тебя трясутся, Тём. Прикольно? Оливочка, как у тебя наблюдательный пост? Все обожают наблюдать за стиркой, особенно вот такие малыши. Да? Ой, я тут решила себе чая тепленького сделать, запивать. Люблю я все-таки к чаю что-нибудь. Отдельно не люблю, вот такие вещи есть. Ну что, ты наелся хоть? Да, конец уже будем сейчас раз... Нет, не сейчас, сначала я поем. А потом развешу, а то я начну сейчас бегать, так забуду про еду. Я не успею ничего сделать. И не успею себя накормить. Держи кнопку. Мы не успели. Телефон снимает этот. Макушку, верхушку. Все, поехали. Там на улице посмешишь. Хотели заснять, как Артур смешит оливку. О, ой, за волосы не тягай, Оливия. Ты чего? Так, выезжаем. Оливка вырывается из рук. Тихо, тихо. Выезжаем. О, рекламу сколько накидали. Так, Оливия, вы еще у меня всегда на руках, а вторая, а коляска в другой руке. На улице почти, спасибо.
Все, нет, на дорогу не выходим. На дорогу не выходим. Там вон все видно. Там все положили цветы, Прибыли. Мы прибыли. Все, приехали. Нет. Как близко у нас стадион находится. Оливьена, ты что не спишь? Так. Парни пошли в песочницу, а мы что будем с тобой делать, а? Оливия, что с тобой делать будем? Она бодрая-бодрая. Что случилось? Мурлычет. Будем ей колтуны вырезать. Не вычесываем ее, на спине у нее куча появилась, этих шерсть запуталась. Да. Ой, сколько много. Чуха, кусочка, чуха. Вроде успокоилась. Сейчас уже спокойно. Смирилась, скажи, что делать? Попробуй их вычеши еще. Еще вырываются. И мы их не приучили с детства вычесывать, наверное, да? Или это можно приучить? Интересно. Ну, что-то же тяжко. Нам некогда вычесывать. Все занято. Ну, вообще, да. Тут и... Чтобы обрезать еще время надо найти. Ходили, сколько мы друг друга напоминали. Пошли обрежем. И забывали опять какие-то дела у каждого, и все. Так, у нас уже без 10 11. Детишки сегодня. Ладно, не все. Тёмка сегодня вырубился раньше всех. Что он поел? Поел Лёха со сном? Да. Сейчас наше время родительское. Главное не заснуть. Так, Вове всегда еще заняться. Да? Спать? Нет? Спать может. Спать тоже надо. А мы с Ариной будем сейчас штопать джинсы. Рваные джинсы немножко провалились сегодня на улице, вы видели. Надо их сделать красивенько. Вот она будет это делать. Вот и я там заштопаю, что у меня там есть. Пока надо посуду помыть, естественно. И браться за это дело. Ну что, кусачка? Злилась там у нас. Жулик, давай. Как всегда, вечером тьма посуды. Будешь за комп садиться? Пока нет. Не знаю, пока нет.